Уроки, занятия по выбору для старшеклассников, факультативы, коррекционные курсы, индивидуальное обучение на дому. Силами педагогов школы-интерната номер 9 любой обычный урок становится особенным. А главный результат комплексной коррекционно-педагогической работы – это достижение воспитанников и признание профессиональных заслуг на высоком уровне. Здесь работают те настоящие люди, которые дарят свое сердце, которые дарят свою душу и которые отдают и делают этот дом домом для тех детей, которые приходят сюда. У школы-интерната номер 9 богатая история. Благодаря слаженной работе педагогического коллектива и профессиональной преемственности выпускники школы поступают в колледжи и успешно осваивают различные специальности. На торжественном вечере слова благодарности звучали в адрес тех, кто отдал всю свою жизнь обучению и воспитанию особенных детей. Вы сполна выполнили миссию педагогов коррекционной школы. И спасибо вам за ваш такой нелегкий, но такой нужный труд. И этот труд можно приравнять к гражданскому подвигу. Не так давно на базе школы-интерната номер 9 создан ресурсный центр по обмену опытом в сфере инклюзивного образования. Важный шаг в создании в городе единой системы работы с детьми с особенностями здоровья – это включение школы в сетевой инновационный проект «Нижегородская школа. Территория здоровья. Новые границы возможностей для детей с ОВЗ». У нас очень дружный коллектив, у нас замечательные дети, у нас внимательные родители, у нас шефы, которые всегда помнят о нас. И в дальнейшем мы планируем продолжать учить детей, заниматься их здоровьем. В честь юбилея работников интерната наградили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.